малыш, вот смотри, твой новый хозяин. А как его зовут? Ну, так его по документам Тобис, но мы Том называем. Как? Том. Том, ходи ко мне. А он на русский? Боится. А? Нет, он не то, но батя. Он очень боится, но потом все так привязывается. Мамы-то матери еще нету? Есть. Она знает уже? Том, ну будем знакомы. Ходи ручку получи. Томик. Ну, батя, он очень боится. Ну, я тебе к нам уже нереально привык. Томик, ходи ко мне. Томик. А что, мать не вышла? Она с телевизора смотрит. Я ей просто намекнул, ой, бля, буду гулять, пойду. Томик хороший. Но он очень привязывается. Хороший будем, Томик. Осторожно, Томик. Очень аккуратно. Томик. Ходи ко мне, ходи, поглажу. Ходи, Томик, понюхай, Тома. Там Санюкас. А что ты понял? Мама нереально милая собака. Это знаешь, это тебе будет очков карму. Ему 1.5 года. Он нереально милый, агрессии вообще нету. Он за 1.5 года, у него 5 хозяин, у него нос рассечен. Он нереально. Томик. Тома. Он потом очень привыкает. Томик, дай поглажу. Ну, ходи сюда, хорош. Посмотри, ходи. Томик. Батя, гулять только на поводке. Ну, ясно. Месяца 2-3 вообще нет. Он очень бегучий. Он, видишь, сейчас очень испуганный. Но потом, когда он привыкает, он с нами так бегал. Да, ну пойду вечером прогулять. А я знал мама, просто. Мама, милейшая собака, это ноль агрессии. Твоя собака, да, очень любит. Да, будем гулять. Смотри, как бабушка. Что? Мама, он никому не подходит, а тут к матери. Скажи, что красавец. Как его зовут сегодня? Том. Это. Томик. Подержи, Николета. Бабушка, ты рада? Тебе нравится? Томик. Он мужчина. Тома, я что? У него агрессии нету. У него нету агрессии. А ты, Гена? Он боится, а ты? Нагнись, только нагибайся к нему лично. У него агрессии нет, он не кусается, ничего. Видишь, батя. Видишь, с камерами, батя, из-за камеры.